И всем здорово, народ! С вами Алекс Диего, игра Ремнант. Мы продолжаем ее проходить. В прошлый раз мы нашли карточку. Вернее, мы ее давно нашли. Убили главаря. Ставили карточку и узнали некоторые секреты блока 13 о том, что вообще происходило. Так сказать, поднялись за навесу тайны, нашли транзистор. Транзистор нам нужен, чтобы открыть дверь ниже. Сейчас мы этим и займемся. Так, как это, как Дроздов. Дорогие ребята, сейчас мы будем вставлять транзистор, который прятался в отдельном блоке. В общем, такая хитрая. Так, транзистор. Это будет свет. Та-та-та-та-та-та. Мы везем с собой кота. Обана! Куда мы пришли? Интересно. Так, пойдемте оглядимся. Плохой видок. Пойдем сначала направо. Я пошел направо. В принципе, ни хрена и нету. Даже стекло не бьется. Ну ладно, хоть некоторые предметы можно переворачивать. Это уже радует, что все так тут топорно и прибито к полу. Как игрушки к потолку деревянные в детстве. Тяжелое детство. Были лихие 90-е. Выживали как могли и развлекались так же. Железолом. Тут проводили какие-то прям эксперименты, тут сидели ученые. Так, о, да, сейчас ломай стулья. О, сейчас я лома-то наберу. Да, детка, лом. Лом железа. Сидели тут ученые на своих, блин, мягких стульях, своими твердыми задницами. А я ж не могу прыгать. А я... Блять, какой я дерзкий. Сломал стул головой. Я хотел на него залезть, но да ладно. Так, тут у нас был зал совещаний. Блин, мне как нравится то, что тут все так прорисовано хорошо. В плане, блин. Да не во всех играх в 19 году даже до сих пор все прорисовано так, что моделька была бы прям точь-точь, как есть на самом деле. Нам нужен ключ. Терминал заработал. Ему заблокировал. Понимаю. Это проход в другие миры, наверное. Было бы логично. О, книга. Очко. Я в прошлый раз, кстати, нашел новый талант повышающий наш опыт, то есть плюс бонус к опыту, это прям вообще сладко. Так, и для того, чтобы дальше нам пройти в плане геймплейна, нам, видимо, придется двигаться по сюжету. Ну, то есть куда-то идти, что-то делать. Ибо ключа здесь никакого не получил. Я никакого не перепрыгивает. Думаю, сейчас спрыгнет, я умру, блядь. Ну, открыл проход. Мне нужен ключ, позволяющий мне активировать и открыть дверь. Кстати, вырубить свет. А, интересно, что будет, если я пойду туда с светом? О! А-а-а. Ничего себе, я-то это хитрый парень, однако. Не ожидал от себя такого. Чет, мазафака! Ничего, какой я, блядь, башковитый, а? Ну, ладно, я удачлив. Охренеть, как удачлив. Теперь можно обратно.
Блять, не тянет посмотреть, нет ли там нигде больше винтов. Я знаю, где можно применить этот тайный ключ. Тут там себе нычка устроила, я ее нашел. Блин! Слушайте, а? Удачно все сложилось. Ваш свет. Лифт прошел. Осталось. Кто ж знал? Я там не сразу даже подумал, что туда идти можно. Сейчас попробуем этот универсальный ключ ставить сюда. Если не сработает, то я знаю одну дверь, которая тоже требуется. Ловкие пальчики мастера. Устройство. Ладно, подожди. Еще ключ-карта. Нет. Ну ладно. Я пытался. Ну, значит, я все равно знаю туда то отверстие, в которое можно. А уж найду ему применение. Так, ну, ключ-карту мы не выкидываем. Видимо, она нам еще пригодится. Сносливость. Далеко бежать придется, конечно же. Хорошо, тут никаких деревьев нету. Зато я им сколько места освободил, все открыл. Сейчас пойду Форду, расскажу этой бабехе упрямой. Старая перешница. О, туда попасть можно. Бля, я не думал, что именно так. Ну да ладно. Я реально не ожидал, что можно пройти через окно. Там терминатор появлялся. Смотрите, что у меня есть. У меня есть. Специальный ключ. А-та-та-ра-та-та. Ай, на-не-на-не. Какой красавчик, а вообще парень. У, ты ж. Пистолет-пулемет. И книга. От Марк Лингер. Дата 21.07.67 года. Взрыв в исследовательском отделении выбил предохранитель в северном крыле. Бок работает на резервном источнике питания, но ремонт... И бригада уже отправлена на место, пациент в стабильном состоянии, обошлось без серьезных происшествий. Так, от Марка опять то же самое. Это уже 22-е, тогда какой день был? 21-е, а. Типа еженедельник, но такой. Электропитание восстановлено, но камера безопасности 12 не работает. Я послал Смита проверить кабели, и он сообщил, что линию... Прогорели. Подал заявку в отдел технического обслуживания. Так, 4 днями позже. Я слегка на взводе. Прошлой ночью произошел инцидент с пациентом 3323. Клементина. Ее трясло, будто после ударного дурного сна. Врачи и медсестры были напуганы. Дескать, уровень ВСК превысили все мыслимые границы. Чтобы сделать ее укол, потребовалась помощь 3 санитаров. Не поручусь за свои слова, но почти уверен, микроскоп, стоящий на столе, слетел со своего места и ударил одного из санитаров точно в затылок. Его никто не бросал, хреновина двигалась сама по себе. Санитары отправили в медблок, наложили 27 швов, но могло быть и хуже. Много хуже. Этим вечером вновь произошел инцидент с пациентом ББ Клементины. И все началось около полуночи. Клементина стонала и плакала во сне. Вскоре плач превратился в крик, а в палату поспешила медицинская бригада. Санитары едва могли удержать ее. Никогда не видел ничего подобного. Как у 13-летнего ребенка могло хватить силы на борьбу с 3 взрослыми мужчинами? Врачи кричали на медсестер, чтобы те сделали ей укол. Но успокоительное подействовало далеко не сразу. Наконец удалось... фиксировать пациентку ремнями, но девочка так сильно билась, что сломала себе правое предплечье, сломала собственные руки, а ремни. Ну да. А что у нас там? Та-дам! Где? А.
Серьезно? Так, ну и смотрите. Это пулемет. Урона меньше. А расстрельность выше. По раз. Как с тебя? Ставят на... Как тебе? А, ну... Я теперь, блядь, охотник, нахуй. Видите меня, сейчас ваши тощие смертные задницы разорву, как британский флаг, блин. Так, ну все. Мне не хватает только одного ключа, чтобы проникнуть в параллельные вселенные. Так вроде бы все гладко, шалка, шатковалка, блин. Алкашатка. Лифт тут взял. Эй, ты! Давно не виделись, но... Так, попробуем дойти до Форд. Вдруг она нам уже решит что-то интересное рассказать. Я, может, еще... Дороги. Лошадь, ёпта. Эй, бродяг. Да. Знаешь, как ко мне подпираться? Рона почти как у пистолета, блин. Береги себя. Это они пусть себя берегут, я им сейчас жопы рвать буду. Так, слышь, что я там все Тут открыл? еще полно корней. Но благодаря вам Ай, у нас пошла есть нахуй, выход. NPC ебаная, нихуя ты толком не понимаешь. NPC странная. Я ей хотел рассказать интересное, она такая, да, интересное. Ладно, валим, 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 валим обратно. Убивать корни. Перемещение. Да. Определенно вернуться в последней контрольной точке. Не знаю, куда бы она хотела меня отправить, игра, но я туда не... Хотя... Ну... Костюм. Пушка. И вот туда. Пауста. Так. Поверни головку, дам тебе свинца немножко. Отрась. Он определенно не дурен. Не дурен собой. Да что ты переживаешь, блядь? Нормально все? Все по контролям. Ч.
Как очкуешь, как первый раз замужем, ёпта. Выходил как-то. Я ж могу еще руку менять. Я только сейчас узнал, что я могу руку менять прицеливание. Могу из-за угла теперь кемперить прям вообще по полной. А вот такой. Оп, оп. Я подсвечивает. А, это куда я попадаю, понял. Ну, дурак. Первого раза, но все равно. Лучше так, чем никак. Так, что тут заныкано было? Железка! Господи! Блять, они похожи на людей, блин, 1 января в России. Такие, воды! Минералки! Жидкости! Ощущение, что за мной кто-то идет. Или я за кем? Это мы еще не определились. Вижу путь. Вижу врага своего. Лежать! А лежать, блядь! Он, не понимаешь, парни обученная. Я знаю, что он там не один. Топает мою. Знаете, что у вас вода похожа? Масло. Нефть. Я промазал, блин, это все. Это все. Че ты это мне что ли говоришь? Это все, блин. Понимаю, конечно, что я не снайпер, блин. Ну, прям не такой снайпер-снайпер. Но я ж не такой косой, блин. Нормально ж общались, блин. Че ты начинаешь меня чмырить, блин? Нужен ли теперь мне еще, блин, мой игровой персонаж чмырит? Говорит, это все, блин. Ложились. Игра на дизморали. Слышал? Да, смотри-ка. Ну и зря. Острый слух доставил ему смертельных неприятностей. Молодец, что увернулся. Хорошо, что я не выстрелил. Может, шприц адреналина мне попал в руки. Я там кого-то видел, а вы нет? Ну ладно. Это долго, нудно, и мне неохота. Вверх я, естественно, подняться не смогу. Ладно, кстати, кто факелар оставляет здесь? Как бы это странно. Не думаю, что этим корням. Нет. Видите. Корни. Но те, которые... Кстати, здесь... Как это... Я уже забыл, как эта программа называлась. По первому каналу шла, блядь. Играли всяких разных... людей, делали их знаменитыми.
стать звездой. Путь звезды. Шамана короля. И дух твой силен. Стань шаманом королем. Тра-та-та. Ох, тут много всякого вкусного разбросано. Краям. Просто стоит заглянуть куда-нибудь. Я тебя тебе. Не орать. Тише будет. Голос тут на меня повышает. Как он мог? Я ж... Жик! Ничего, на меня голос повышать, а то я расплачусь. Понятно. Ну, ни хрена непонятно. Есть заход, там есть заход. Сова. Снайперский. Не ищем. Жертву. Жертву не... Настраиваем себе дальше. Ломаем стеллаж, ибо нехрен. Кому умные будут книги читать. Я по-прежнему не... Настраивает. Звуки есть? Врагов, блядь, нет. Где они? Где я? Где кто? Кто следующий? Ну, я, конечно, что я тоже парень, не промах. Спасибо. Здесь. А кто тут в покрышке что-то на гауде? А, лезет. Блять, как здорово, что тут руда просто валяется в этих местами. Пойдемте выше и выше. Ты Бэтмен? Спрыгнул с такой высоты, не сломав ничего. Блин, а карта реально крутая. Столько всего имеется. О! Так, пока далеко ушли. А, типа, если я их убиваю до того, как они меня увидели, не успевают своих братьев позвать меньших из-под земли. Это же гребаные корни. Типа, я могу спокойно дальше идти. Дать. Если несу. Давали. Думаю, что эта дверь открывается. Это такие лабиринты. Да, я выйду, интересно. Ау. Да, тут что-то есть. Железо, да? Хватает мне в организме железа. Ну, блин, эту карту исследовать часами, наверное. Столько всего, блин. Надо ж кому-то было заморачиваться, столько переулков делать. Ты это... Адреналин неплохо. Ящик. Такое себе. А, ну тут же какие-то люди ходят, типа рейдеры, наверное. Которые еду старику плетут. Это
только противников не вижу. Где-то есть. Определенно где-то есть. Прям к гадалке не ходи. И где-то должны быть. О. И он тут прячется, хорошие люди. Это в углу стоит наказанный. Я в угол поставил. Если он мой. И железо мое через стену заберем. Железо. Железо как говна, мне его переплавлять-то кто-нибудь научит. Я так и буду собирать его. Добро пожаловать в тупик. Камеры, везде камеры, блин. Что тут за... Ух, ничего себе! Я не думал, что он так сделает. В то время и круто, и артистично. Одно. В принципе, лута здесь накидано немало. Для одного игрока. Для нескольких, наверное, здесь бы было уже менее. Для одного прям целый рай. Всякого разного. Так, это что? Синяя метро. Местный метрополитен зашли. Скорее всего. Дверь там не открывается. Ладно. Боксы. Тара-тары-тары-та-та. Адри-татушечки. Адри-та-дри-та-та. О, новая локация. Е-бой! Наконец-то, блин. Я там всех пострелил. Черная слеза. Черная слеза. О! Охранение! Ей! Отлично! Еще раз отлично. Нормально. Он, как я понимаю, это местная валюта. Где растут веточки? Танцы у церкви. А, ну мы приближаемся к... Сами знаете чему. Не тот ствол. Блять, да как? Я нажал эту кнопку. А, нет, не нажал. А чё ты взорвался? Чё дурной такой? Взорвался, взял, блин. Я аж напугался, я думал, я свои взрывные патроны включил. Заткнись ты. Слишком напряженная музыка. Я могу спрыгнуть здесь. Я могу не спрыгивать. Раз могу, могу и прыгну. Ох, черт, я ж... Shit, my God!
Да ты быть того не может! Пидор грязный! Это не попытка оскорбить кого-то. Я просто высказываю свое негодование по поводу того, что данный субъект вообще просто мразь конченая. Так, откуда это растение тут падало? Вот они. Ну вот они, кто они, где они? Не вижу никого, блядь. А, ты подгораешь, да? Потухни, блядь. Я вашу голову сюда не пихал. Не орать. Собакам голос не давали. Да ладно ты! Бля, оно всех вызвало. Ух, я тебе отстрелил палец на ноге. Да, уворачивайся. Особенно пор, блин. А где это? Вот это хмырина. Мразь тупая. Уж знать, как на меня возникать. Кстати, вот пистолет-пулемет. Это прям выгодное приобретение. Блин, отличное вложение, можно сказать, в наш будущий проект, блин, по выживанию в местности. Говно куда упало? Есть нахуй. Я никто не спрашивал. Дуться тут черти. А что так будет? А вот ты как? Я горю. Так, лечимся. Ё-моё, я сгорел. Да что такое, а? Каждый день, блин, это смерть. Интересно, я теряю свой заутанный. Я, в общем, устал. Так, что теперь? Знаешь, что теперь? Херь. Кстати, я выйду. Так, отлично. Можем их оттуда подманить, конечно.
Я сюда полезу, блин. Ну-ка, давайте, идите ко мне. Папочки, блин. Ладно. Я туда прыгать не буду, потому что это будет самоубийством. А вы ждали, пока я уйду оттуда, да? Это тупырь. Мачетой. Кто не залез? Пока что радуемся. Но долго ли мы будем этому радоваться? Пасть закрой. Тоже пошел в жопу. Мне патронов мало осталось, но у всех. Нелегко было. Ты не говори. Тут идет эта здоровая упырина еще бегает. Фиолетовая соблазнительная. Вообще. Было? Понение. Я тут, в принципе. Этот вот стол. Я как-то разминулся с тем упырем. В принципе, не совсем. Да ты что, тварь? Но у меня выбора не осталось, потому что патроны кончились. Нелегко было. Че не говори, патроны, как кот наплакал. Прям такой больной котик был. Патронов совсем мало. А, это место. Вон оно. То есть я тут кругом обошел все. Неплохо, зато всех убил. Правда, при удачном стечении обстоятельств я смогу убить всего ничего врагов. 15. Это если я еще мазать не буду. А я, как известно. Блять, что это? Как тебе, урод? Да ты что так? Ты что такое? Это ты что ли? Пидор! Он еще и уклоняется.
блядь! Сумасшедшие собаки, блин! Ну ё-моё, это как я далеко появился. У меня, кстати, очко-то не отняли. Очко у меня не отняли. Нет. Опыту. Ну блин! Серьезно? И в принципе-то у меня и отхила много было, блин. Так, стоять. Подходи ко мне. Да ладно ты! Как так мазать можно? Винтовки. Блин, просто слишком патронов. Даже мимо. В принципе, была бы у меня винтовка помощнее. Хоть бы с ней со скорострельностью. Ой, ты, блядь, не мешай мне, красина. Я, блядь, так-то уклонился, ты видел это или нет, блин? Ладно, похилюсь. Жизни лишними не буду. А, справился, блядь. Где второй? Ой, блядь, кто там? Как я тебя наебал? А ёб, верный театр. Из воздуха появился шляпа, блин. Нелегко было. Чек, не говори, блин. Лучше молчи. Опять рассказывать, как тебе было нелегко, и тут начнется, блин. Ата сатаневый. Есть это твой. Вот оно чё. А что? Кого сзади нету? Просто, может, слишком хорошо шел? Не, игра такая, не-не-не, говорит, ты слишком хорошо идешь. Вот тебе на противника, как раз, чтобы тебя умертвил немножко. Дверь закрыта? Играбельная дверь. Мне бы еще как различить юзабельную дверь от неюзабельной. Так.
Я никаких соплей не вижу висящих. Радует. До выхода дошли. Либо не враги. О. Оха. Оха. Так, ну чё, контрольная точка? Так. Да нет. Ну и что, народ, закончим на сегодня на этом. С вами был Алекс Диего, игра Ремнант. Мы тут, блин, бегали по подземельям. Это был какой-то кошмар. Думал, я подохну, блин. Вернее, я и так подох несколько раз, но... Получается, не без изъянов работа. Если вам понравился данный видеоролик, не забудьте подписаться на мой YouTube-канал. Чем больше народу, тем веселее. Я желаю вам всего скорого и удачи. Пока-пока!